последний раз в этом году. Сегодня в Набережных Челнах начался третий и, как сказали в теплосетевой компании, последний этап опрессовки. Он проводится в северо-восточной части города. Полностью горячее водоснабжение отключат с 17 по 19 комплекса включительно, а также в 9, 14, 15 и 58. Частично это сделают в 7, 13, 21, 41, 43, 45, 47 и 56 комплексах. Подробнее с информацией по отключению горячей воды можно ознакомиться на нашем сайте www.stv-media.ru. Все работы планируют завершить через 2 недели, если во время опрессовки не будут обнаружены серьезные дефекты. Я просил бы жителей города с пониманием относиться. Вот, будет, наверное, неудобство тем, у кого будет отключена горячая вода. Но работы надо проводить, потому что по этим же трубопроводам мы транспортируем тепловую энергию в зимний период. И сегодня идет подготовка полным ходом.